Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас обзор однолетки. Это последние 4 позиции, которые будут в нашем интернет-магазине. Ну, первое у нас идет сеянцы одногодовалые, однолетка. Еле голубой. Примерно размер 4 сантиметра. Ну, 4 до 5. Ну, естественно, тут она идет от 3 до 5 сантиметров. Ель голубая. Вот здесь, как можно видеть, почка уже есть на ней. Даже на некоторых по две. Ну, в основном одна. 3-5 сантиметров. А здесь вот 6. Это однолетка еле голубой. Отправляется с деком почтой. Обязательно просмотрите все сеянцы, досмотрите видео до конца. Это у нас позиция туя колоновидная колумна. Как можно видеть, она сантиметра 4-5. Также идет, это нормальный ее рост. 5 сантиметров в среднем она идет. Вот один. Но корень у ней, поверьте, хороший. Если рассадить ее, будет все нормально. У нас ее довольно много. Туя колоновидная колумна, однолетка, однолетний сеянец. Уже некоторые даже отводки есть, но это колумна однозначно. Потому что семена собирались именно с колумны. Следующая наша позиция. Это можжевельник виргинский. Ну, можжевельник виргинский довольно быстро растет. Здесь, если взять, то он уже до 15 сантиметров. Цену смотрите опять же на сайте. Ссылка будет в описании. Сейчас у нас идет акция осенний. Ценопад мы ее назвали. Правда, минимальный заказ у нас теперь повышен до 5000 рублей. И при заказе обязательно учитывайте минимальные партии. Ну, возьмем здесь 15 сантиметров, 10-15 сантиметров, в общем. Ну, здесь есть и поменьше, конечно, вот экземпляры. Ну, 8, 7, ну, 15, 5 сантиметров, где-то так. 15 сантиметров. И последняя позиция в нашем интернет-магазине однолетки, это сосна крымская. Ну, сосна крымская, это уже вот 10 сантиметров однозначно. Вот он, сеянец. Довольно хороший, прекрасный. Он как щетина. Ссылка будет в описании на все 4 позиции. Сеянца однолетки. Это у нас получается. Это у нас получается сеянец еле голубой, сеянец тули колоновидной и сеянец
можжевельника виргинского,